Всем привет, дорогие друзья! Вышел ремастер симулятор такси на Android. Сейчас все более подробно вам расскажу. Начнем с того, что я увидел эту новость в инсте от разработчиков и сразу подумал, нифига себе, будет новая игра. А не тут-то было! Выходит обновление для игры симулятор такси 2020. И теперь игра называется симулятор такси 2022. Эволюция. Ну что, давайте разбираться. Настройки, расширение, ультра, графика, ультра. Так, ну все. А что? Куда нажать? Мультиплеер нет, будем играть в одиночке. Конкурсные задания неинтересно, свободный заезд тоже неинтересно. А карьера, вот что мне сейчас интересно. Тачки, ребята, сразу начинаем с конца, потому что тут эволюционные типа точилы, закрытые точилы. Ё-моё, красота, да? И лимузины, это вот новое. Вот, посмотрите, какие лимузины есть. Опаня, гелик, лимузинчик. Отлично, также есть еще миссии лимузина. Но у меня, как у новичка, обычная таксистная машина. Сейчас покажу, вот она. А еще, ребята, с этой новой игрой, типа, да, добавили компанию. Ты вводишь, вот, можешь нажать, типа, отправить на работу. Все, таксист, который работает на тебя, сейчас работает. Представьте, а потом бас отменить. И он заработал, нифига не заработал за 5 секунд. Получить... А, все, это моя компания, видите, статистика компании. Теперь я играю как таксист, типа, ну, типа руководитель, а тут бас, сел и таксист. Так, выберите город, давайте Ром, час, вот этот вот. И поехали наводить суету в этой, типа, новой игре. Ну, по сути, она старая, но как бы ремастеры, да? Ну, вы поняли суть. Пристегиваемся, заводим автомобиль, включаем спорт-режим, включаем вид от первого лица. Все, газ пол, и поехали искать, ребята, посетителей. Опа, я первый, извиняюсь, нарушаем правила дорожного движения, вообще пофигу. Останавливаемся, переключаемся на такую камеру, чтобы его... А что, братишка, не садишься? Садись давай, братишка. Не, графика на ультрах прям превосходная, прям удовольство, если честно. Но... Думаю, у многих, у кого-то слабый телефон, будет лагать, да? Обычный клиент, статус чувствительный, рекомендации не проезжать 80 км в час, избегать аварии. Знаете, что я сейчас сделаю? Знаете, кто понял? Сейчас покажу, ребята. 80 км в час, говоришь, ребята? Я же на спорте, поэтому газ пол и поехали его кошмарить. Так, 80, слишком высокая скорость, ничего страшного. Мы с вами тестим новые тачки. Офигенная карта, да и графика, блин, а прикольно все выглядит. Вот она, эволюция 2022. Так, ой, извините. Так, теперь давайте чуть-чуть покатаемся вот так вот. А то с видом от первого лица, возможно, вам надоело, да? Также вы можете полностью включать свет фар, поворотники, аварийка, абсолютно все. Это реальная жизнь, ребята, в игре. Поэтому, если вам нравятся игры про такси, или вы сам таксист, то эта игра по-любому для вас. Тем более, эта игра очень давно не обновлялась. Она вышла там в 2019 году, потом пару обновлений, и все, как бы разработчики забросили. И тут бац, они выпустили, типа, ремастеры, да, эволюция, лимузины, там, туда-сюда. А весь посыл вы прекрасно поняли. Заправочки, да, но я куда-то непонятно заехал. Время идет, мне надо вести на точку, а я просто катаюсь. Да, ребята, это обзор, это не прохождение, мне не нужно здесь их довозить, отвозить. Я просто показываю, объясняю быстренько, что да как. Но, все-таки давайте я включу вид от первого лица и нормально, вот прям вот серьезно, отвечаю. Нормальненько мы с вами доедем до финиша, отвезем эту девушку. Блин, ну что-то я серьезно как-то непонятно езжу. Так, аккуратненько, не торопясь, да, вот так вот, потихонечку, да, ущерб, все-все. Здесь поворотники включать не надо, пешеходов не сбиваем, аккуратненько. Вот так, на спорте, вот, спокойненько, видали, как он руками руль крутится, вот так вот и надо, вот спокойненько. Здесь я не могу так, здесь можно быстренько так, опаня, здесь поворачиваем, все, газ пол, мы же на спорте, ребята. Когда у меня стоит режим спорт, здесь не нужно ехать 60 км в час, нужно давать газ пол. Со звуком, кстати, тоже нормально, если ты на спорте. Так, едем, тариф. Так, сюда мы с вами поворачиваем направо, едем еще прямо, поворачиваем налево, потом еще налево. Так, этот поворот, этот поворот налево, быстрее. Все, давай еще чуть-чуть, ребята, и мы с вами отвезем эту даму. Она, конечно, получила нормальное удовольствие, или это пацан там был? Там вроде пацан был, да, короче, неважно.
Неважно. Все, господ, здесь прямая дорога. О, понятно. Сколько там на спидаке? 100. Отлично. Оп, несчастный случай. Все-таки задел. Я хотел как прям оперстайл замутить, но не получилось. Продолжаем ехать. Не, на спорте прям машина валит. А представьте, купить Бугатти там или Ламбу. Как она будет валить на режиме спорт. Все, я довожу. А на этом все. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. И пока.